Здравствуйте, в эфире новости, в студии Тамиля Сараспаева. Сурдоперевод Светланы Слесарской. И сегодня в выпуске. Серьезный порыв, вода оказалась в домах. Ночью жители частного сектора по улице Летунова спасали свое имущество. Что стало причиной аварии? Вместо упущенных начислений – миллионы кредит. Мошенники обманывают доверчивых граждан, представляясь сотрудниками государственных структур. Оснащение школьных кабинетов. Как проходят уроки в современном формате, увидели наши корреспонденты. Снизить инфляцию до 9,5% в этом году поручил глава правительства Алихан Смаилов. Он отметил, что повышение цен до сих пор остается одной из главных проблем в стране и мире. В прошлом году в Казахстане показателям инфляции превысили 20%. За год цены на продукты выросли почти на треть. По-прежнему высокой остается и стоимость товаров первой необходимости. Иными словами, продукции личного пользования, моющие и чистящие средства, стройматериалы и медикаменты усугубило положение. Геополитическая ситуация. Необходимо уделить особое внимание работе по сдерживанию роста цен. Обеспечение устойчивости экономического роста станет фактором дальнейшего повышения благосостояния и улучшения качества жизни граждан. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект. Наша задача – снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Она должна сложиться в пределах 9,5%. Это очень непростая задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий. Конституционный суд отменил закон о первом президенте Елбасы. Председатель Эльвира Азимова и судьи на открытом заседании рассмотрели ходатайство группы депутатов парламента о даче официального разъяснения пункта 4 статьи 62 Конституции Республики Казахстан. В результате было принято решение о признании отсутствующими правовых оснований для соблюдения закона о первом президенте Республики Казахстан Елбасы. В связи с этим данный закон признан утратившим силу. В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Конституции нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным, окончательным на всей территории республики и обжалованию не подлежит. А сегодня на пленарном заседании Мажилиса в связи с этим по проекту конституционного закона были отобраны депутаты, которые войдут в состав совместной комиссии. Жители Кустаная активно пользуются службой Айкомек. Горожане обращаются по разным вопросам. Уборка городских улиц, сломанные дорожные знаки, уличное освещение. Все обращения граждан берутся на контроль и не остаются без внимания. О том, как решаются вопросы горожан, рассказал на прошедшем совещании аким города Кустаная Мараджан Дубаев. Служба Айкомек кустанайцы обращаются по различным вопросам. К примеру, за прошлый месяц в Айкомек поступило 1470 обращений по поводу сломанных и неисправных дорожных знаков. Аким города Мараджан Дубаев поручил полиции разобраться с проблемой, ведь чаще всего неисправными дорожные знаки делают уличные хулиганы. Поступают жалобы жителей на состояние установленных дорожных знаков. Всего с ситуационного центра было зарегистрировано 1474 обращения. 616 направлено ответственным лицам для устранения нарушений, 54 жалобы находятся на исполнении. В основном это демонтаж дорожных знаков, там как требуется восстановление, сбит информационный щит дорожного указателя, несоответствие знаков движения, требуется установка дорожного знака. То есть, смотрите, вот сейчас у нас зима, у нас, я так понимаю, и как коммунальщики работают, и так и люди, наверное, там. У кого-то руки чешутся постоянно, там знаки у нас... Если посмотреть по городу, много знаков накренены, и видно, что этот знак помогали ему накрениться. Поэтому здесь нужно и полиция тоже отрабатывать. Там где-то видеонаблюдение есть, но постоянно порча идет какая-то. Я понимаю, он сам там по себе не может так упасть.
знак, который стоял там 2-3 года. В ближайшее время в Кустанае планируют обновить сеть видеокамер. Всего по городу их установлено более 150. 95 из них работает исправно, еще 35 видеокамер будет заменено в ближайшее время. Камеры видеонаблюдения способствуют улучшению контроля за общественным порядком, фиксации преступлений и выявлению нарушителей, а также помогают следить за работой коммунальных служб города. Для осуществления мониторинга и контроля над исполнительской дисциплиной коммунальных служб и ПКСК за своевременный вывоз ТБО, а также как материально-доказательная база в рамках административного правонарушения, сегодня в Айкумик отделом ЖКХ выведены 150 камер видеонаблюдения, 35 из них не функционируют, 18 требуют корректировки ракурса направления, 97 работают исправно. Ну, тоже это получается процентов 40 надо исправлять. Тоже надо это, с ЖКХ поработать, с тазолоком. В целом, за прошедший 2022 год ситуационным центром по вопросам вывоза твердых бытовых отходов было принято 1922 обращения, 1872 обращения закрыто, 50 находятся в работе. Соответствующую работу надо провести. Не перестает быть актуальной тема уборки городских улиц. Марат Шантубаев поручил очистить Кустанай от снега до конца недели, так как из-за сильных морозов работы по расчистке улиц пришлось временно приостановить. Также аким города затронул тему модернизации очистительной техники. За прошлый год подрядчики основательно обновили свой автопарк, приобрели новые КАМАЗы и снегопогрузчики. Это позволило увеличить скорость и качество уборки снега в несколько раз. По подрядным организациям тоже у нас, в принципе, спасибо вам. В принципе, внимаете, во-первых, то, что вам говорят, то, что мы поправляем, люди говорят, да, сегодня подрядные организации у нас, в принципе, занимаются модернизацией своей техники. Вот хотел бы сказать сейчас, вот той же Анна Юсифовна, вот сейчас 4 КАМАЗа, она уже 4 КАМАЗа с навесным оборудованием, в принципе, купила, можно сказать, сегодня оборудует до конца, после, во второй половине января уже будут работать на улице города. Правильно, да? Это скорость, во-первых, это уже, соответственно, вы видите эффект, и, соответственно, это, я думаю, люди это на себе должны ощутить. Точно так же у нас сегодня капитал групп «Союз», тоже, да, приобрели вы, да, автогрейдер, приобретаете снегоуборочную машину, да, привозите, да. В принципе, это, вы видите, зима, это не только такая зима, и следующая, если вы собираетесь работать, нужно техникой заниматься. В этом году в городе планируется основательная реконструкция уличного освещения. На это из бюджета будет выделено более 2 миллиардов тенге. Кроме этого, планируется установка новых осветительных опор в разных районах города. Дмитрий Муштал, Алибек Султанов, телеканал Кустанай. Последствия аварии устраняются. Минувшей ночью в результате порыва трубы на магистральном водопроводе холодной воды произошло подтопление придворовых территорий частного сектора. Без холодного водоснабжения осталось 3 пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов. Подробнее Диас Наспаев. Порыв случился поздней ночью. Мария Дубеневич со слезами на глазах рассказывает о потоплении ее дома. Вышла, говорит, рано утром в коридор и не поверила своим глазам. Пол в доме обледенел и превратился в сплошной каток. В 8 часов позвонил сын и говорит: «Мам, у тебя там воды нету в доме?» Я думаю, может, дождь пошел, а у нас труба от газа в нее течет. Я говорю: «У меня там чашка стоит». «Какой тебе чашка? Ты открой двери в коридор. Ты можешь открыть их?» Ну, я их открыла, но зашуршала. Я сколько льда уже вырубила. Я выйти не могу. Я боюсь. Я здесь вот ходила кое-как. Вон этим ножом рубила, да в ведро ссыпала лед. Стоит отметить, что коммунальные службы отреагировали оперативно. На место сразу же прибыли специалисты ГКП Костанайсук, ТЭК и департамента по чрезвычайным ситуациям. Воду откачали в короткие сроки. Так, к 5 часам утра было откачано 40 кубических метров воды. Очень страшно. Здесь не вода, а все плавает. Вот это все, этот палас, все оттуда, все плыло. Аким Кустаная встретился с жителями пострадавших от затопления домов. Градоначальник побывал во всех домах, пообщался с людьми. Марат Жундубаев поручил быстрее завершить аварийные работы, составить акты и посчитать убытки. В результате аварии подтоплено 6 домов по улице Летянова и 1 дом по улице Шаяхметова. Утром бригада работала всю ночь.
Один дом у нас по Летунова 183/4. Люди нуждаются во временном жилье, остальные от временного жилья отказались. Значит, будет проведена соответствующая оценка, и в правовом поле будут проведены уже выплаты по возмещению ущерба. В результате коммунальной аварии без холодного водоснабжения осталось 3 пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов. Всего 207 абонентов. Причины выясняются, восстановительные работы продолжаются. Диана Спаев, Руслан Джабаев, телеканал Костанай. Установить наиболее криминогенные районы города теперь можно с помощью электронной карты преступности. Ее создали в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Карта доступна каждому. На сайте в онлайн-режиме отображается динамика преступности региона. По итогам прошлого года в Кустанайской области уровень преступности снизился. Большинство правонарушений приходится на областной центр, более 3000 случаев. По зарегистрированным преступлениям наш регион занимает 7-е место в республике. Такие данные озвучили на брифинге Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. По небольшой тяжести снижение на 17,3%, средней тяжести снижение на 7,7%, тяжкие снижения на 21,8%, особо тяжкие снижения на 55,3%. Об улучшении криминогенной обстановки в области можно судить по таким уголовным правонарушениям, как убийства, разбои, грабежи, кражи, мошенничество, хулиганство. В области снизилось количество убийств. В прошлом году было зарегистрировано 36 фактов, а вот интернет-мошенников стало больше – 1264 случаев. Также в сравнении с 2021 годом в регионе наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий на 9% и уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере на 10%. Снижение подростковой преступности на 19,8%. Несовершеннолетними совершено 69 уголовных правонарушений против 86 в 2021 году. Следует отметить, что при общем снижении преступлений наблюдается рост отдельных видов. Так, вымогательства увеличились на 109%, это с 11 до 23 фактов. Наибольшее количество вымогательств зарегистрировано в городе Костанае – 19 фактов. Также произошел рост фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 22,9%. Наблюдать динамику правонарушений региона можно на электронной карте преступности. Портал предназначен как для простых граждан, так и для сотрудников государственных органов. С помощью карты можно установить наиболее опасные районы города. Для рядовых граждан карта позволит установить менее криминогенные районы, например, для приобретения квартиры, там, выбора школы или детского сада для детей. Сведения о совершенных правонарушениях на карте отображаются автоматически после заполнения сотрудниками органов уголовного преследования реквизита места совершения правонарушения, информационно-учетного документа формы Е1, регистрации в ЕРДР. Система работает непрерывно. Данные карты преступности постоянно обновляются и находятся в актуальном состоянии, то есть в режиме реального времени. Айдана Папанина, Олжас Есенжигитов, телеканал Кустанай. За последние 4 года количество зарегистрированных случаев интернет-мошенничества возросло более чем в 10 раз. Сотрудниками отдела по киберпреступности области проводится ряд мероприятий по установлению и задержанию преступников. В департаменте полиции отмечают, что чаще всего правонарушители создают фейковые страницы и сайты, продают несуществующие в реальности товары или представляются сотрудниками банка и просят персональные данные банковских карт потерпевших. Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью задержан уроженец Костаная, который занимался интернет-мошенничеством. 31-летний мужчина представлялся сотрудником Акимата и предлагал помощь в получении государственных социальных выплат. Одной из жертв стала многодетная мать, которая передала преступнику персональные данные банковской карты. Записал данные, включил сотовый телефон, повел верификацию, то есть зарегистрировал личный кабинет и через ее личный кабинет оформил товарный кредит на 1 119 000 тенге. Это iPhone 14 Pro и наушники AirPods. Доставку указал несуществующий адрес.
и указал номер, который ранее приобрел в магазине, не зарегистрированный на него. После, когда курьер начал звонить, что я вот сейчас подъеду, он с ним созвонился и сказал, что как бы я сам встречу вас. И по городу пересеклись и забрал товар в таком плане. О кредите спустя неделю только потерпевшего узнала, когда зашла в приложение банка. Мошенник найден и задержан. Им оказался ранее судимый житель города. К тому моменту мужчина успел продать дорогостоящий телефон. Теперь выясняется причастность правонарушителя к подобным преступлениям. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. К слову, проданные мошенникам гаджеты у покупателей будут изъяты. В отношении него уже в гражданском порядке может как бы подать в суд. Тут уже как бы у них же договоренность была, он ему продал. Ну как новый телефон в коробке. Данные-то установлены, он в гражданском порядке уже к нему это будет у него изымать эти денежные средства. Тут как бы уголовной ответственности нету. Тут как бы гражданские отношения. Они же договорились о купле-продаже именно этой бытовой техники. Также сотрудниками полиции пресечена деятельность преступной группировки, которая занималась вымогательством и другими видами преступлений. В результате оперативной разработки были задержаны 10 подозреваемых. Преступная группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений в отношении жителей области. Общий ущерб составил более 10 миллионов, нанесенный ими. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по доказыванию вины данных фигурантов дела. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, не следует доверять персональные данные, реквизиты банковских карт неизвестным и непроверенным лицам. Не стоит без проверки производить предоплату за товар на интернет-сайтах. В случае мошенничества необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Айдана Папанина, Олжас Есенжигитов, телеканал Кустанай. Срок выплаты пособия по уходу за ребенком продлили. Получать его мамы теперь будут на протяжении 1,5 лет. Для детей, родившихся в 2022 году, выплаты продлят автоматически. Подробности в нашем материале. Новости об увеличении срока выплаты пособия по уходу за ребенком Анжела Малыгина очень обрадовалась. Ведь для работающей мамочки это не только хорошая финансовая поддержка, но и возможность как можно больше времени провести со своим чадом. Чтобы мамочки знали будущее, что пособие по уходу за ребенком, раньше было год, а сейчас 1,5, рассчитывается как 40% от среднемесячной зарплаты за последние 24 месяца. Поэтому это нужно учитывать, понимать, знать, кто собирается в декрет, кто хочет получать пособие по уходу за ребенком. Неработающие мамы получают выплаты по рождению и уходу за ребенком из средств государственного бюджета. Работающим – выплаты по беременности и родам, а также уходу за ребенком за счет работодателя. Поэтому для их получения внесение регулярного взноса из заработной платы считается обязательным. Чем выше стаж участия в системе социального страхования, чем больше доход, тем, соответственно, и выше размер данных выплат. По беременности и родам данная выплата она рассчитывается из дохода женщины за 12 месяцев до даты наступления социального риска по листу временной нетрудоспособности. Лица самостоятельно должны проверять периодичность, правильность и полноту уплаты социальных отчислений. Для этого есть уникальная возможность. Можно обратиться в филиал ГФСС, можно обратиться в ЦОН, либо через личный кабинет получить информацию по уплате социальных отчислений. Кроме того, специалисты напоминают о том, что мамы могут получить назначение по выплатам, не выходя из дома. Государственные услуги в электронном формате сегодня значительно упрощают процедуру, сокращая время, обеспечивая прозрачность работы. За назначением по выплате по беременности и родам можно обратиться через сайт ЕГОВ.КЗ. За выплаты по уходу за ребенком можно обратиться через сайт ЕГОВ.КЗ. Можно также оформить данную выплату через мобильные приложения банка второго уровня. И сейчас наиболее как бы больше и набирает обороты, это проактивный формат назначения социальных выплат. В проактивном формате граждане уже получают гарантированную господдержку, то есть обращаться им в госструктуры нет необходимости. Достаточно отправить необходимую информацию в ответ на полученное СМС. Алмажана Манкельдинова, Нурдаулет Абдуахитов, телеканал Кустанай.
В этом году в области планируют отремонтировать 127 общеобразовательных школ. При этом в 13 провести полный капитальный ремонт здания. Также во многих школах в планах открыть кабинеты поддержки инклюзии. Классы продолжат оборудовать современным оборудованием. У управления образования области большие планы на этот год. В текущем году в регионе планируется отремонтировать 127 школ. На 13 капитальных и 114 текущих ремонтов выделено более 4 миллиардов тенге. Еще 1,5 миллиарда будет потрачено на оснащение школ современным оборудованием и кабинетами, в которых обновят спортзалы, столовую и школьную мебель. В 6 районах области появятся кабинеты психологической коррекции. Для создания необходимых условий обучения в текущем году на ремонт 127 организаций образования в бюджете предусмотрено 4,2 миллиарда тенге. Из них 13 капитальных ремонтов и 114 текущих. Также на улучшение материально-технической базы организации образования будет направлено 1,6 миллиарда тенге, благодаря чему в школах и в садах будут обновлены спортивное оборудование, ученическая мебель, поступят кабинеты новой модификации и STEM-лаборатория. В фокусе внимания остаются также дети с особыми потребностями. В 2022 году в области было открыто 10 кабинетов поддержки инклюзии. В текущем году будет открыто еще 5 кабинетов поддержки инклюзии и 2 кабинета психолого-педагогической коррекции. Также до 2025 года в целом в области будут открыты кабинеты коррекции еще в 6 регионах. Школа номер 13 города Кустанай преобразилась до неузнаваемости. Капитальный ремонт был закончен в ноябре прошлого года. За несколько месяцев здесь заменили отопление и крышу, выровняли стены, установили новое оборудование. Техническое оснащение пополнилось новыми компьютерами и 3D-принтером. Сейчас здесь обучается более 300 детей. В школе работает более 30 педагогов. В ноябре месяце 2022 года в нашей школе, в школе номер 13, закончился капитальный ремонт. После капитального ремонта у нас обновлена полностью материально-техническая база школы. Это полностью оборудование в столовой, в спортзале, также мебель, парты, шкафы, стулья и оборудование, музыкальное оборудование в актовом зале. Приобретены компьютеры и также интерактивные доски. В нашей школе обучается 300 учащихся. Любовь Иванько работает учителем уже 13 лет. Говорит, что после ремонта в школе стало работать намного комфортнее и интереснее. Яркое оформление школы нравится как педагогам, так и школьникам. Дети интересуются работой нового оборудования, охотно применяют свои знания на практике. Я работаю в школе номер 13 лет. 13 лет работаю. Школа, когда я пришла, требовала капитальный ремонт, конечно. Ремонт необходим был просто. После ремонта мы зашли в обновленное здание. Можно сказать, что школа получилась с фундамента почти новая. В школе у нас обновилась полностью мебель, завезены парты, материально-техническая база. В классах у нас интерактивные доски, экраны, проекторы. Ну, хочется сказать большое спасибо за такой капитальный, качественный ремонт. Также в области продолжается развитие инклюзивного образования. В школах региона в этом году откроют 5 кабинетов поддержки инклюзии. Такие классы дают возможность детям с ограниченными возможностями учиться в школе и получать знания наравне со сверстниками. Дмитрий Муштал, Жасин Жигитов, телеканал Костанай. В этом году исполняется 31 год со дня создания Национальной гвардии. В Кустанае состоялся праздничный концерт офицеров, что добросовестно исполняли служебные обязанности и достигли высоких результатов, наградили почетными грамотами. Сила и опора страны. Именно так можно назвать офицеров, что служат в одном из элитных подразделений казахстанской армии. Военнослужащие Нацгвардии обеспечивают общественный порядок, борются с правонарушителями и приходят на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. Проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правовых актов, повышению боевого потенциала, усилению организационно-штатной структуры Национальной гвардии. Сегодня перед нами стоят новые задачи по поддержанию общественной безопасности в стране и дальнейшему количественному реформированию войск, а также укреплению их материально-технического потенциала. Выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим войск за ваш ратный труд, высокий профессионализм и верность выбранному делу. Высказываю отдельную благодарность ветеранам войск, как бережным хранителям славных традиций Национальной гвардии и мудрым воспитателем молодого поколения воинов войск правопорядка. В
Выражаю уверенность, что личный состав и далее с честью будет демонстрировать высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, выполняя поставленные задачи. Обеспечивает безопасность личности, общества и государства. Ирбулат Курпибаев уже более 12 лет верно служит родине. Свой путь он начинал в городе Актобе. Позже по контракту перевелся в северный регион. В рядах Национальной гвардии немало офицеров, достойно выполнявших боевую службу и показавших пример героизма, рискуя своей жизнью. Это герои сегодняшнего дня. В 2010 году я призвался в армию. Отслужив ровно год, я понял, что хочу полностью связать свою жизнь с военной сферой. Быть офицером для меня большая честь. Я считаю, что Национальная гвардия — это не только безопасность страны, но и ее лицо. Мы несем ответственность за светлое и безоблачное будущее наших детей. Думаю, что даже название нашего подразделения говорит само за себя. Своей службой мы оберегаем национальную идентичность и покой наших граждан, наших казахстанцев. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов офицеры были награждены грамотами. После всех присутствующих ждал красочный концерт, в ходе которого военным оркестром были исполнены знаменитые патриотические песни, благодаря которым каждый смог окунуться в атмосферу торжественного события. Алмажан Манкельдинова, Олжас Сизенжигитов, телеканал Кустанай. На этом у меня все. До свидания.